Ребята, всем привет! Сегодня я нахожусь на объекте мастера Максима. Каким инструментом он работает, и мы немножко с вами попробуем поработать им. Какой вообще есть инструмент для снятия изоляции? Есть вещь. Может, тоже соответственно лучше. Но без него никак. Два штучка, три штучка, четыре штучка, пять. Еще одна. Ну, самый простой инструмент, уж все его знают, это у нас обычный канцелярский нож. Его уж мы не будем вам показывать, да, наверное? Да нет, его по-простому все уж понимают, как работает ножик. Ну ладно, вот пойдем вот так и вот так. Ну, этот нож у нас на самом деле, я его очень-очень редко использую. Угу. Но он для круглого кабеля. Вот, условно говоря, тут вот так отодвигается, там нож. Ага. Тут регулируется глубина, ну, заглубление самого лезвия. Угу. Ну, условно говоря, это на круглый вот так одевается, и вот так вот крутится, 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 и потом просто... То есть это лежит на ПВС-ку, да? Это от ПВС, да, ГГ, ну и вообще для круглого кабеля. Дальше. Нож с пяточкой. Для чего он нужен, условно говоря, мы вот так вставляем. Все, а пяточка, она, получается, нужна для того, чтобы мы не порезали провода. Да, и все, и потом режем. Снимаем изоляцию. Снимаем изоляцию. Все. Это у нас идет стрипер от фирмы Gross. Я, кстати, это у меня уже пятый, наверное, стрипер за все время. Производитель, в принципе, они очень все схожи и по дизайну. Тут есть как кусачки, можно откусить. Также тут есть возможность обжать аншевы. Ну, можно так тоже. Не надо. То есть один универсальный инструмент. Да. Ну также тут можно выставить глубину. Именно, да, глубину, чтобы ни больше, ни меньше. Вот эти две вещи, это хаупа. Тоже офигенские вещи. Вот этот конкретно модель, она нужна для сборки щитов. Ну, можно использовать для расключения подрозетников. Почему? Здесь также устанавливается заглубление зачистки. Здесь также есть нож. Можно, если что-то вдруг не понравилось, можно вот сюда поставить. Обрезать. И отрезать, да. Вот, условно говоря. Видно там хорошо, да? Да, да, нормально. Вот это тоже вещь фирмы Хаупа. Тут такая фиксация. Отжимаем. Ну, как бы, как ручка выглядит. Да. Тоже есть возможность зачистки каждой жилы. Есть тут, если присмотреться, тут есть вот маркировка 1,5-2,5. Раз, все. Это у нас одна. Тут есть еще возможность зачищать круглый кабель. Но что касается плоского, это выглядит примерно так. Вставляем. Таким нехитрым движением. Вверх, вниз. Все. И вытянули. И тянем. Вот они, тут два лезвия. Все, жилы целые. Ничто у нас не испорчено. Достаточно просто два движения. Вверх, вниз. Подрезали и вытянули. Да, все. Жилы все целые. Очень удобно. Мне очень нравится. Ну вот, как минимум. Небольшой наборчик инструмента, который нужен для мастера по электромонтажу. Все. Но это должен быть у каждого мастера. Да, без него никак. Да. Ну и вот этот самый минимум, который нужен для просто мастера из любой сферы. Вот этот и вот этот. Ножик канцелярский, вот эта зачистка. Остальное все уже более профессионально относится к электромонтажу. Так.
Теперь по просьбе Максима мы снимаем видео, как в спартанских условиях он заваривает себе кофе. Я очень люблю кофе. Да, так же, как и я. Ты скажи, еще газовой горелкой ты его греешь? Да, в турочке его. Круто. Я прям догадался сразу. Как иначе это может происходить, да? Вот она, газовая горелочка. А ты что, подставку не этот, не придумал какую-то еще? Пока еще вообще даже не было. То есть пьезо уже не работает? Не, работает, но что-то бывает. Что-то газ какой-то, блин. Странный. Прямовинный. Так, сейчас мы будем, в общем, испытывать вот такой вот пылесос, такой маленький пылесос и воздуходув в одном лице. То есть вот эти все отверстия на подрозетнике должны быть ровно и вертикально. Было прям как раз для того, чтобы сюда можно.